Правда, она как собака цепная, вцепится сразу и злобно в того, на кого спустит ее обладатель. Справиться с правдой совсем нелегко. Справиться с ложью значительно легче. Факты всегда опровергнут ее. Хуже, когда недоправдой калечат, чью-то судьбу превращая в хламье. Здесь недосказано, там недопето, вроде и было, а вроде не так. Вроде бы тут, ну а вроде бы где-то. Вот от такого отмыться никак. Каждый подлец это знает прекрасно. Этих учить полуправде смешно. Незачем врать, если так безопасно, вроде бы правдой поставить пятно. Кто там потом будет вновь разбираться? Вынесен кем-то неправый вердикт. То ли украл, то ли обворовали. Разницы нет. Все, оплеван, забыт. Думаю, каждый встречался с подобным. Уровень разный, но принцип один. Главное, быть самому неспособным на обливание грязью других. О существенном и важном, о существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, о существенном и важном, доктор Волощук СД.